Поединки Кубка Крымского футбольного союза возвращаются на стадионы полуострова. Футбольный клуб «Севастополь» в полуфинальной стадии турнира сыграет два матча с Керченским «Океаном». В первой игре наша команда примет соперника на своем поле. Поединок состоится в среду, 20 марта в 15 часов на стадионе спортивного комплекса «Севастополь». Приди на дерби городов-героев и поддержи любимую команду.